Пленэрной живописи особый интерес. И должен вам сказать, чем быстрее вы в этот паровоз прыгнете, в этот поезд пленэрной живописи, тем больше вы будете в тренде, тем больше вы будете востребованы. Почему, собственно говоря, пленэр? Пленэр – это штука, которая затрагивает внутренние тонкости человеческого восприятия, внутренние тонкости души человеческой. Пленэр не требует как бы неких подробностей, там, скрупулезного выписывания. Но чем хорош пленэр? Вы как бы бросаете на холст, я все время об этом говорю, на каждом как бы мастер-классе, на каждом видеоконференции я говорю все время о том же, что вы должны как бы для того, чтобы остаться, собственно говоря, в какой-то истории, может быть, истории там семьи, которая не заключается там, допустим, в детях, допустим, да, вот в памяти детей вы останетесь, а уже как бы в памяти внуков и правнуков уже достаточно сомнительное. Но если вы хотите хотя бы вот в этой истории остаться, вы должны как бы прожить исторически свою собственную жизнь и выразить ее через что-то, то есть что-то рукотворное оставить после себя. Это мое личное мнение. А если вы будете достаточно как бы полноценны в этом, то, конечно, и в обществе вы оставите заметный след. Вот это, в общем, чего желаю всем слушателям. Так вот,